Правление Национального банка Кыргызстана 10 марта 2022 года на внеплановом заседании приняло решение повысить учетную ставку на 400 базисных пунктов до 14%. Оно примет в силу 10 марта текущего года. В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается изменчивость цен обменного курса, которая обусловлена фундаментальными факторами из-за введенных санкций в отношении России. Так, обменный курс российского рубля вырос до 116-120 рублей за 1 доллар США. Учитывая тесные экономические связи Кыргызстана с основными странами-партнерами, давление на валютном рынке нашей страны сохраняется. Со своей стороны, Национальный банк сохраняет свое присутствие на валютном рынке страны и располагает достаточным объемом ресурсов. Объем золотовалютных резервов Национального банка на 7 марта 2022 года составил более 2,7 миллиардов долларов США. Принимая во внимание развитие внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 14%.